вопросы, да? Давайте. Возможно, в прошлый раз спрашивал уже, но вот я думаю, что мало тогда был. Ваше отношение к Германе Гаус? Самое уважительное. И кто-то из друзей, так он коростили парень, просто с Гариком тоже выступает. Он мне шутку посоветовал зафринтить Диаманду Галас. И у меня муж компьютером пользуется, он пытался зафринтить. И она ответила, мы теперь друзья. Для меня это самое шутка, зафринтили компьютер. Кто я такая? И я вот, Диаманда Галас великая, ну мы друзья. Ну я вообще очень уважаю ее творчество еще с давних пор. Голос великолепный, необычный, редкий дар. А вот если чужие песни поете, то какие? Чужие? Ну я чужие песни не пою, пою свои песни. Но в ранней юности я пела романсы, очень любила петь, русские романсы. Вот, русские народные песни тоже. А вот если вот днем, например, под нос бормочет песню какую-то, то что это? Под нос? Ну если не своя, да. Не своя? Не своя. Ну, первое, что нам в мысль, вот, в голову приходит. Не знаю, иногда какие-то песни поют для друзей, в компании поем. Не свои, так просто.